Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сегодня Нецах в Нецахе. Такой чудесный день. Нецах – это успех, уверенность, но не в себе уверенность, а уверенность, бетахон такой, это уверенность в Боге. Не пассивная уверенность, когда ты лежишь и там думаешь, он все за меня сделает. Деятельная уверенность. Уверенность, которая дает нам силы, полагаясь на Творца, сделать все в этом мире. Полагайся на Бога и твори добро. Вот главные слова, которые, в общем-то, дает нам Нецах в Нецахе. Таким образом, мы должны рассматривать любой вызов, любую задачу, которую Бог ставит перед нами в жизни, желая нас видеть инициативными, деятельными, да? Рассматривать как ту ступеньку, которую Он нам подарил, чтобы еще больше укрепить нас в этом мире. Глава Эмор. Это рассказ человеку о том, как правильно жить на созданной Богом земле. Бог создал человека и Тору, инструкцию по пользованию миром. А человек имеет свое мнение по разным вопросам, а потом спрашивает, почему проблемы. Да потому что ты не так пользуешься миром. Когда Моше Рабейну, самый великий человек, задал Богу вопрос, там, с чем-то не согласен, тот сказал, а где ты был, когда я создавал небо и землю? То есть возьми свою землю, если ты такой умный, создай себе, и там живи по своим законам. Корень проблемы давно определен мудрецами. Наша задача научиться отдавать. Там. Нам это трудно, потому что мы созданы как получающие. Бог создал нас для того, чтобы мы принимали, принимающая сторона. Нам все время что-то дает. Нам дает жизнь. Подарил землю. Тора, вот скоро праздник, дарование Торы. То есть все нам дается. А тем не менее, надо учиться нам тоже атрибуту божественности. Надо получать удовольствие от давания. Человеку предстоит понять, что все, что он отдал, чем поделился, это его главный капитал. Объясняют нам мудрецы. Обычно думают, что любовь, например, побуждает желание давать, дарить. Это верно, но верно и обратное. Давание и дарение приводят к углублению связи, симпатии, любви и так далее. Об этом что написано? Возьми от себя приношение. Не написано «дайте приношение», ибо давая, жертвуя, мы получаем душевную связь с тем, кому даем. Это верно и в дружеских, и в семейных отношениях. Если хотят усилить дружескую связь или семейную связь, самый надежный путь к этому что? Единственный, наверное, путь, да? Это давать и дарить. Облегчить жизнь другому, исполняя его желания, помогая. Таким образом, получают больше, чем дают. Например, цдака. Согласно объяснению мудрецов, понятие благотворительность появилось как перевод от древнего слова цдака на иврите, которое описывает финансовую помощь там обычно нуждающим. Буквальный же перевод слова цдака – это справедливость. То есть то, что правильно, то и делают. Также и благотворительность, и пожертвования. Оно подразумевает действие. Причем как бы, это обязанность человека. В еврейской традиции 10% от нашего чистого дохода должно идти на цдаку по-любому. Это не наши деньги. Считается, что сумма эта выделена нам Творцом, чтобы мы отдали ее на благотворительность. Всевышний так создал этот мир, что в нем есть дающие и принимающие. Есть такие слова еще у нас в Торе. И когда будете собирать урожай, не собирай все до конца, оставь несобранный кусочек поля, пиа называется, бедному и прохожему оставь их. То есть сборник Мидрашей рассказывает нам, что такое этот закон о пиа. И причем он находится посредине Пейсаха и Шавуот, рассказывается, между, а потом Рош ха-Шана и Йом-Кипур, и между ними про пиа. Почему? Ответ очень интересный. Дабы преподать нам следующее. Всякий отдающий забытое там, на поле, там, когда, или там, что-то отдающий бедным, выделяющий край поля для бедных, или платящий десятину для бедных. На нем написано в Торе, как будто храм существует, и этот человек приносит в нем карбонот. Понимаете, тот, кто так поступает, как бы живет в период храма. Теперь смотрите, какая связь между вопросом и ответом. Был такой рав Зоненфель, он объяснял эту ситуацию. Известно, что небесный суд использует в качестве критерия формулу мера за меру. Наше отношение к другим людям – это по отношению к нам, к небу такое. Вот как мы относимся, так небо к нам. Выделение, мы там трудились, добывали деньги, и вот часть этого добытого мы отдаем людям. Так и небо будет смотреть. Всякий раз оно будет смотреть и говорить, ну что, он поступает как положено, и мы к нему положим. Незаконное добро, и мы ему незаконное добро. Поэтому всякий раз, поступая по закону, не удивляйтесь, что и с вами будут поступать по закону. Вот бессмысленная доброта, вот это вот и есть самое лучшее. И Рав Зильбер говорил, лучше 100 раз я помогу тому, кто помощи не заслуживает, чем однажды откажу тому, кто действительно она нужна. Есть такая притча. Человек трудится, все, богатый человек, сидит в саду, он же такой бедный, никому ничего не давал, скупой. И вот в своем сурковом саду ему подают еду, тут раз падает кусок мяса на землю, грязный такой кусок. А бедный стоит через забор и просит, дайте что-нибудь.
Ну, говорит, дай, слуге говорит, отдай ему этот кусок мяса. Отдали кусок мяса, он думает, какой я такой благородный человек. И вот лег спать, и снится ему сон. Находится он в такое место, красиво, люди сидят за столами, носят потрясающую еду, он официанту говорит, и мне. Ну, официант подбегает к нему и приносит ему такой маленький кусочек грязного кусочка мяса, который в земле весь испачканный. Что это такое, возмутился богач. Я объясню тебе, сказал официант, здесь мир воздаяния. Здесь получают то, что дали другим там. И сказал Рав Амриэль такой был. Это из Багдада жила. Об этом говорит написанное. А посвящение каждому ему принадлежат в Торе. То есть то, что дал человек другим, то, что дал для общества, он дал для себя, для своей доли в вечном будущем мире. Вот тут вот хорошо бы разобраться. Брахава от слаха. И давайте, чтобы мы были дающие. И чтобы небо относилось к нам, ну, мягче даже, чем мы относимся к людям. Брахава от слаха.